Начинаю делать брагу из старого варенья, меда, с миру по нитке. Кто-то, может быть, узнал свою баночку. Вот это будущий самогон фруктовый. Первым делом это надо все растворить, все это засахарившееся в горячей воде, чтобы это все разошлось, кипяточком разбавляя. Так, что у нас тут? Непонятно. То ли слива, то ли груша. По вкусу слива. А вот это калина. Запах у нее такой калинистый. Я раньше думал, что из калины нельзя делать самогон, потому что в ней находятся какие-нибудь там антисептические ингредиенты, и брожение не пойдет. А почитал, оказывается, из калины очень давно делали самогон. Древний русский напиток из калины. Ну и какой же самогон без меда? Небольшая баночка меда. Все в одну кастрюлю не поместилось, пришлось немного отлить. Ну вот, получилась вот такая вот брашка. Моя новая бочка на 65 литров. Сейчас сюда буду засыпать дрожжи. Вот такие фруктовые дрожжики. И так вот рассыпаем. Вот такую бочку 2 пакетика надо. Ну вот, брага обродила в ноль. Переливаю ее в куб. 2 перегона будет на спирт сырец. Так, ну вот, начал перегон фруктовой браги на варенье. Тарельчатую колонну поставил вверх ногами, чтобы без барботажа было. Посмотрим, будет барботировать или нет. И на прямотоке 10-литровую банку. Ну все, на 89 градусах процесс пошел. Без барботажа такого. Вот такая вот струйка. Вот первую партию отобрал. Получилось где-то литров 8 спирта сырца крепости общей. Около 40 градусов, даже чуть побольше. Ну, вот, подходит к концу перегон. 5 литров, тут литра 2, и здесь десяточка. Идет вторая дробная перегонка медово-фруктового самогона. 90 градусов в струе. 17 литров спирт сердца, где-то должно выйти около 6,5-7 литров 90-градусного самогона.